рыбачим на тракторе. Итак, друзья, как говорит Иван Валерьевич, а для кого-то просто Ваня, поедем на рыбалку? Что ты такое там распаковываешь? Карта новая гарвинская. Волшебная? Потрясающая. Потрясающая? На самом деле грустно. О, смотрите, какая рыба. Грустно, что она попала нам после того, как прошел первый этап. Что карта-то на самом-то деле просто шикарная. Но ничего страшного. Сейчас мы поставим новую карту. И пойдем ловить судака бы все сделали. Да хочу. Давай судака. Давай. Да ну жопу щуп. Все. Вот два колеса. Вот еще два. Вот кустик. На самом деле вот это данная с датчика UHD-34. Blood Box, как они называют. То есть все вместе. Это обзывается GSV-20. Хорошая картинка, четкая. Вот видно, что рыбки под нами ползают. Это у нас отрисованная карта. Вот еще одно колесико. Видимо, где-то неподалеку тут шиномонтаж был. Поэтому давайте не будем любоваться красотами дна морского, а поедем пороть рыбу. Да, но в подвисе. Ударил? Да. И замутка небольшая как раз. Говорят, что какие-то
Ну вот, первая рыба, не крупная. Посмотрим, кто у нас. Вторая. Не крупная. Вторая не крупная. Ну та не в зачет уж совсем, там была совсем. Ну это такая же, в принципе. Та забагренная, это в рот. Вот такой вот судачок. Без поклевки. Без удара. Просто повис и все. Так, поролон мне не рви, отдай. Сам беги. Потому что копыта 6 дюймов. О, как она треснула на чугуне-то. Боже ж ты мой, а. Рыба вроде не крупная, но жару дает. О, красота-то какая, друзья мои. Прям поет душа. Так. Ну, такая. Ближе к двум, наверное. Но парни на тибуне, она просто безумие творит. Ну, у тебя елочка. Ну, а этот-то покрупнее будет. О, да, красавец. Да, нормально. Да не, пока не надо. Это такая же, Вань, по-моему, щука. Нет, Вань, судак. Ой, это уже да. Ударил хоть? Нет, так же с подвисом, просто низовой проводкой. Вот он. Такой красавец. Жалко, что без поклевки, но хоть вываживание подарил хорошее. На тягуне-то. На тягуне, да. Тягунчик-то хороший. Так, Ваня оживляет пойманную мной рыбу.
Вань, вкратце, как эта операция называется и вообще для чего? Да мы пускаем просто воздух, ни в коем случае нельзя на рыбу давить. То есть воздух должен сейчас немножко уйти сам, для того, чтобы рыба у нас приняла свое нормальное естественное положение. Иначе ее просто перевернет, соответственно, компрессия дикая идет. Здесь где-то метров 8-9 глубина. Раздувает пузырь, рыба переворачивается сверху брюхом, после чего умирает. А так мы его, в принципе, сохраним, покатаем и отпустим. И все. Вот надо, чтобы рыбка встала. Прекрасно себя чувствует. Пустоватый голубь, конечно, немножко. Больше щечи. Ну да и ладно. Ну все, сколько мы с тобой? Часа 3-4 катаем? По твоим часам Гармин. По моим часам Гармин. Да, ну где-то так. Но на рыбалку мы, наверное, убили минут 30. Сейчас поедем новый район рисовать. Новый район рисовать. Ну пока все, что мы с тобой выяснили, это нужны крупные приманки. У меня вот слимшет 5 дюймов в фиолетовом цвете, уже полуживой. Да, у меня какая-то шестерочка. В сызранском цвете. В сызранском цвете. Мелочь вообще, игнор. Игнор, нет. Судаковые поклевки есть, это вот тык-тык-тык-тык. Скорее всего, придавило его очень сильно, жестко ко дну. Гоняться за маленькой рыбкой ему не с руки, потому что силы он экономит при таком жестком тягуне. Поэтому надо выйти, сажать что-то крупное и успокоиться. Ну да, поклевок как бы на самом-то деле много, а вот поимок. Поимок. Причем хорошие удары в крупную резину. По идее, конечно, лучше подвесить тройничок или двойничок назад, но у нас нет цели навалять рыбы, нам надо понять, потихоньку мы разбираемся, что происходит. Вообще, конечно, круг при приманке очень выручает. Выручает и по пассивной рыбе, когда рыба, в принципе, просто заклюет. И вот на такой вот дикой течке. Такой течке в конце июля я, конечно, кайфу приплыл. Ну да, какая-то опять... У нас каждый год, кстати, аномалия, ну, заметил. Тем, тем же интересно, то есть вот другой водоем, другие палатки. Ну что бы мы ходили по старым точкам? Ну тупо себя, так, видите, мы еще тупо себя. Ну поехали дальше. Поехали. Да уж, рыба нынче пошла просто огроменная. Года повезу, с рыбой нет, да? Да все, нормально все с рыбой. То, что хотели, получили. Я получил шикарные поклевки. Он опять, он за хвостики подергивает и все. Он ест. Судак не ест. Щука более-менее активна, хоть она лупит, а судак нет, что-то не хочет. Рыба-пакет. Ё-моё.
Вот он, красавчик. На поролончик. Красавица. Время у нас 4 часа. План на сегодня у нас выполнен. Практически уже, да. Ну, главное нет. Мы райончик один интересно нашли, но ввиду того, что тяга дурная, коряшки есть, бревна есть, рыба там тоже есть. Туда мы вернемся, как только сбавит немножко течечку. Сейчас поехали пополучать поклевки. Ну, как мы предполагали, вот на данный момент, на сегодняшний день, рыба, она ведет себя начало лета по-весеннему, да, Макс? Вообще абсолютно по-весеннему. Да и тяга, Вань, практически, да, такая тяга, весенняя. Где-то 50, где-то 60 грамм висит. Я вот решил сегодня просто поупираться в большие клеши, ну как большие, 6 дюймов. Вот сейчас я покажу. Слил 2 бонуса. Ну, не было у нас цели, конечно, их вытащить. Вот, пожалуйста. Да, сегодня наша основная задача, это была снова проверить рабочие места и найти новые. Ну, понять горизонт, да, стоянки рыбы. Ужас, от него живого места нет. Максим это... у нас Лекс разловил. Это 2 моих фаворита. Ну, фиолетовый Слимшет, как всегда, в принципе, это после Сызрани. Теперь, наверное, приманка будет номер 1, тоже полуживая уже. Ну и зелененький. Поролонка с Астрахани, кстати, тоже. Смотри, что творит Пал, да? Это сызранская тема. Это была у меня астраханская тема. Рыба плещется. Рыба. Слушайте, рыба, щука наверху. Выбрала она такие 2-3-метровые поливные части, где стоит мелкая, ну, скорее, щекле, она тихонько прямо рассыпается она в разные стороны. Щука бьет безумно. По-хорошему надо бы помогать волку. Да, но неохота. Че мы, собаки что ли? Упираемся в клише. Да. Ну, кстати, вот 2 последние поклевки были, ну, хотя бы с ударами уже. Да нет, у меня 2 хороших удара, ну, мажет. Но, опять же говорю, надо тут для таких целей-то, конечно, двойничочек поставлять, тройничочек заводить, чтобы уж наверняка. Да и фиг бы с ним, поклевки правда сказочные. Я вот прям сегодня получил... То, зачем ехал? Вот эти дычки. Красота. Вон что, вот, посмотри. Куски, куски. Куски в мясо. Доживет она сегодня или не доживет, мы узнаем на самом деле. Вот, но паять уже, наверное, смысла нет. Да и, господи, ну найдем мы другую резинку. Просто такая резинка осталась одна. Придется Кондратьеву делать запрос опять. Миша. И заметили мы сегодня одну нехорошую тенденцию. Вот сейчас не видно, сзади нас катерок, он прямо с утреца нас преследует, преследует, не дает покоя. Ну, у каждого уже свой метод поиска, да, у кого-то комплотеры, у кого-то бинокль. бинокль. Ну ладно, что, пусть ловит, нам рыбы не жалко. Нет. На всех хватит, да, зацепим. Я понял. Хорошая рыба? Щука. Да, да, вон видишь, вверх пошел. Помочь
товарищу, да? Не помешало бы. А знаешь еще? На поролон? На поролон? Да идите в жопу. Легко посмотрим. Да, она поди-ка не крупная сейчас. Да нет, нормально. Нормально. Ну давай ты тюлю-то. А такая же, как у меня, да, была, да, 10, размер. Вот сейчас сам ее в мудоке возьму. Вам кажется, что этот поролон не рабочий? Да, он слегка потрепанный, но еще вполне рабочий. Я уверен, что еще пару щук-то он точно переживет. Ну вот я же говорил, что эта поролоночка еще сработает. Правда, не щука, а судачок. Ну этот, да, хороший был. Ты че с таким опозданием? Если честно, реально такой тормоз. Я ожидал, если честно, уже все на расслабоне. Помочь что ли? Вот он. Какой красавец-то. Обалденно. Хорошее завершение. Нет. На рыбалёк. Придется такой же поролон. О, хорош, подожди, Макс. Камеру ты включил? Да, камера работает. Давай. Ого. Супер поролон. Почему они... Ну вот, еще один. Красавало. Суперский, Вань? Конечно. Двушничек, да? Ну да, где-то так. Эх, самый товарный. Самый вкусный. Бедная поролоночка просто. Вот это я не знаю, это уже, наверное, не поролоночка, Вань. Ты повесь ее уже на стену. Другой, как трофей? Другой такой не будет. Вань, в завершение рыбалки приятный бонус. Покатушки на тракторе. Все входит в стоимость. Ну все, все. Наша рыбалка на сегодня закончилась. Первый выезд после Сызрани. Нормальный такой, да, человеческий. Половить и поискаться. Да. Рыбы разобрались? Разобрались. Она есть, она есть. Подубасили. Подубасили. Особенно да, в конце. Да, как, да. Пока не получилось счастливый поролон. Ну, видишь, он, видимо, днем все равно еще что-то прикусывал, а под вечер все-таки, видимо... Ну, на самом деле, да, поклевки-то стали только под вечер. Жестче уже. Щука дубасится. Щука. И, да. Мне кажется, щеплевать туда. Абсолютно. Она есть. Спасибо. Теперь за день. Да. Приезжайте в гости. Вместе половим. Гостеприимная база Каракулина ждет. В любом случае, приезжайте на рыбалку. Кама река щедрая. Так что, я думаю, вам все понравится. Да? Абсолютно. Пока. Всем до скорых встреч.